Наш эфир — это программа Леона Вайнштейна «Голос здравого смысла». И как всегда, в это время зависает почему-то программа. С чем это связано, я не знаю. То есть, и звонит телефон, идет картинка, не меняется, идет заставка. К сожалению, не могу. Но во второй части я все-таки вас выведу на экран, чтобы вас видно было. Сейчас уже не хочется перезапускать программу, чтобы не останавливаться. Потому что есть о чем поговорить. Год выборов. Выборы — это одна из самых главных тем, наверное, с этого мы и начнем. Здравствуйте, во-первых. С удовольствием. Добрый день. Давайте начнем с этой, ну, по большому счету, надуманной темы. Дело в том, что президент Трамп для того, чтобы подчеркнуть абсурдность того, что предлагают демократы, а именно... из-за того, что у нас есть, значит, коронавирус, мы все должны голосовать по почте. Абсурдность это, во-первых, из-за того, что так быстро и так организовать все это для того, чтобы десятки, даже сотни, так сказать, у нас 330 миллионов официальных, так сказать, людей, живущих в нашей стране, да, так сказать, как минимум 200 миллионов человек должны, значит, будут отметить и послать бюллетени. Значит, по опыту известно, что они делают огромное количество ошибок, по опыту известно, что вдруг обнаруживают, когда делается в каких-то там штатах, в Чикаго, в Нью-Йорке, по-моему, это происходило, не помню, про Чикаго, в Нью-Йорке точно, вдруг обнаруживают там десятки, если не сотни бюллетеней, которые кто-то бросил, так сказать, вообще, так сказать, какой-то угол в мусорный ящик. Непонятно, что он, почему он или она это сделали. Непонятно, как они там оказались, непонятно, не оказались ли вместо них какие-то другие бюллетени. Никто не должен предъявлять никаких удостоверений личности. То есть это открывает ворота такому количеству, кроме того, что почта не сможет в ней работать, это дело, кроме того, что избирательные комиссии никогда ничего не посчитают ни вовремя, не посчитают через неделю, не посчитают через две, потом их будут заставлять пересчитывать, потому что что-то будет неправильно, потом кто-то будет находить какие-то ошибки. То есть это история, которая может, во-первых, быть абсолютным враньем, во-вторых, затянуться на невероятное количество времени, естественно, в Америке, как всегда, происходит с судами и тому подобное. Если помните, что у нас происходило, когда Буш против Гора избирался, значит, дошло до Верховного суда вся эта история. Верховный суд, по-моему, 3 или 4 раза принимал какие-то решения по этому поводу. То есть это открывает ворота для такой трясины кошмарной. И я, честно говоря, не очень понимаю, зачем демократы хотят это делать. Наверное, они представляют себе, что они, ну, просто, так сказать, там тысячами будут обманные бюллетени вбрасывать. Не понимаю, так сказать, потому что это может оспариваться. У нас Трамп сидит в президентах. Если у нас непонятно, что называется, до января, февраля, марта, кто президент, то Трамп никуда не уйдет. Значит, он будет продолжать. То есть странная позиция у демократов, но опять я думаю, что они рассчитывают на то, что они настолько такое количество забросают туда, так сказать, обманных бюллетеней, что, так сказать, ну, скажем так, все будет решено и так, настолько будет больше демократических якобы голосов, чем республиканских. Значит, что сделал Трамп? Он взял и сказал: а может, ребята, лучше вместо этого просто, если вы говорите, что во время ковида, во времена этих заболеваний, эпидемий, нельзя нормально голосовать, чтобы пришел человек, показал свое удостоверение, сказал, вот я, это я, расписался там или поставил галочку, ему бы выдали его бумагу, он пошел бы, так сказать, все отметил, как у нас всегда принято это было делать. Может, если вы так боитесь, может, давайте перенесем на то время, когда вы перестанете бояться. Вот, не знаю, правильный, так сказать, это был или неправильный ход, потому что, так сказать, каждый воспринимает как хочет, и демократы сразу стали кричать, что вот, мы так и думали, он будет пытаться переносить выборы, что, конечно, полная ахинея, потому что не имеет права президент
никак не имеет права переносить никакие выборы. Это может сделать только Конгресс, только с внесением чрезвычайного положения почему-то, ну и тому подобное. Конгресс у нас демократический. Я думаю, что надо делать двумя третями, я не проверял, но я подозреваю это. Так что это вообще не в прерогативе президента, но зато дало возможность демократической прессе в очередной раз стать кричать, что он узурпатор, он Гитлер, он фашист, там он хочет всех все отменить, остаться у власти, диктатура пролетариата, не знаю, там, не пролетариата, просто диктатуру установить. Ну, в общем, кошмарный, страшный человек. А Трамп продолжает, он вчера это сделал, он продолжает говорить по этому поводу, он продолжает говорить, что нельзя делать вот повальные выборы по письменные через почту. И говорит при этом, что если те люди, которые заранее постарались, которые написали, которые объяснили... Радиослушатели, появятся вопросы. Скажите, а мне сегодня, к сожалению, не довелось послушать отчет Фаучи с директором CDC, с адмиралом. Вызвали подкомитет специальный, создали, чтобы для того... понятно, это опять политика. Это то же самое слушание, которое... кстати, мы с вами не обсуждали слушание генерального прокурора? Нет. Нет, не обсуждали. То есть вот эти слушания — это такие пропагандистские акции, нацеленные на выборы за счет средств налогоплательщиков. Вот мне хотелось бы, чтобы по этим слушаниям мы, так сказать, прошлись. Да, с удовольствием. Во-первых, вот то, что мы это все видим вживую в телевидении и прочее, как бы с одной стороны очень здорово, да? Мы видим, так сказать, есть возможность контроля и прочее. Но с другой стороны, что это делает? Это заставляет людей вместо того, чтобы действительно спрашивать вопросы, а чувствовать себя как на сцене, как, так сказать, перед камерой с огромной аудиторией. И они уже не занимаются тем, что они решают вопросы, связанные с нашей с вами жизнью. Они начинают решать вопросы, связанные с их жизнью. А именно красоваться перед камерой, выкидывать лозунги, пытаться понравиться там своим собственным избирателям и т.д. И поэтому это превращается в такой цирк. А вот то, что устроили, начнем тогда с Барра, то, что устроили демократы. Они его пригласили, они требовали, чтобы он пришел. В течение нескольких месяцев это откладывалось, то из-за ковида, то еще по каким-то поводам. И вот, наконец, пришел человек, которого они, по-моему, 4 или 5 месяцев хотели получить, чтобы задать ему вопрос. А выяснилось, что они не хотят задать ему никакие вопросы, что они просто хотят, сидя на своих местах, а он, так сказать, это слушает, да, высказать ему, все свои идеи, связанные с тем, как поднять народ против Трампа. Ты плохой, вы плохие, ты все делаешь для того, чтобы, значит, помогать Трампу, ты плевал на американский народ, ты плевал на закон, тебя нужно уволить, убить, вот, значит... 5 минут у каждого, да? 4,5 минуты человек говорит, потом, значит, выдыхает, Барр говорит, я могу отвечать, ему говорит, нет, ты не можешь отвечать, потому что время этого конгрессмена уже кончилось, все, следующий. Вот. То есть он, значит, раз, два, три, четыре, каждый раз, наконец, мы стали понимать, что это просто тактика. Ничего они не хотели от него услышать. Значит, что происходило? Это республиканцы, а там, значит, сначала демократ, потом республиканец, демократ, республиканец. Демократов больше, значит, потому что сейчас Конгресс их. Поэтому, значит, они начинают, а они кончают. Как бы получается, что, так сказать, там на один, на двух, на два человека больше их получается. Вот, значит, начинает обычно председатель спрашивать вопрос. Во-первых, так сказать, говорит какие-то слова, которые в его 5 минут не включают. И он, так сказать, произносит речи о том, как ужасно то, что... основной напор был, значит, в эту, вот в такую сторону. 60 дней идут, значит, мирные демонстрации по всей Америке. Во-первых, не по всей Америке, в 30 городах, все эти города демократические. Да. Во-вторых, не мирные демонстрации, а поджоги, убийства, стрельба, избиения, разбивание бизнесов, все, что связано, так сказать, с бунтами,
как бы, так сказать, сошедшего, с моей точки зрения, с катушек народа. Но в устах демократов это, значит, идут мирные демонстрации, и вот вы, значит, вот, федеральное правительство, берете и посылаете своих наемных убийц, которые вообще не в форме, и машины у них, значит, не обозначено, что это за машины, и вы едете в эти города, и вы избиваете людей, и вы их убиваете, и вы каких-то людей хватаете и сажаете в воронки, как в Советском Союзе это было при Сталине, значит, на которых ничего не написано, и куда-то увозите. Ни один человек не пропал, правда, да? Иначе бы они кричали об этом все время. Вот как вы смеете это делать? Он начинает говорить: да я никогда в жизни, или мы никогда в жизни, но все, время кончилось, до свидания, все. Значит, как вы понимаете, CNN, MSNBC и все остальные, значит, просоциалистические, профашистские наши издания, включая ABC, там, CBS, NBC, они все показывали вот эти вот гневные монологи и перемежали это с растерянным выражением лица у бара, да? Значит, когда появлялся после этого монолога такого демократа, появлялся республиканец, вынужден был говорить: за счет моего времени, пожалуйста, господин там секретарь, ответьте, пожалуйста, на вопрос, который был вам задан. Значит, и, естественно, теряли свое время на то, что они могли бы спрашивать что-то. После этого они, так сказать, республиканцы начинали пытаться выяснить, что в действительности происходило в этих городах, почему послали людей, что предполагается, как будет в дальнейшем, какую-то отчетность. То есть пытались сделать то, что должен делать комитет, который наблюдает за действиями правительства в этом направлении. Что прекрасно, что у нас есть это. Но это был абсолютный цирк. То есть цирк — это по-английски называется, так сказать, так они говорят, circus. Да? А с моей точки зрения, это был просто позор. Позор кошмарный. Мне стыдно было все время за то, что там происходит. И в основном было стыдно за то, что никто из демократических представителей не сказал, что он против того, чтобы громили бизнесы, убивали, разбивали, жгли. А все время говорили о том, что не нужно присылать федеральных агентов защищать. Города и так справятся. Хотя города уже известно 60 дней, никто не справляется. Если бы не было федеральных агентов, то спалили бы суды, спалили бы федеральные здания и тому подобное. Вот это было с баром такая история. А с... Значит, Фаучи... Леон, давайте прежде, чем мы поговорим о Фаучи, попробуем принять звонок. Человек давно на линии ждет. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, что я хочу сказать, что Федор, Трамп — это гостиничная проститутка, которую меньшевистское отродье, которая его никогда не станет большевиком, потому что он уже меньшевик. Дальше. Насчет демократов. У нас есть два бульонера, которые и один перебежчик туда-сюда. Поэтому говорить о чем-то нет. Вот количество денег в кармане — это что? Свобода или это проигрыш? Я считаю, что это ни то и ни другое. Понимаешь, это дерьмо, прошу прощения, а вопрос в чем? Они не выползят. Ну, а слышу. Вопрос в чем? Вопрос в чем? Так вот, если гостиническая проститутка занимается тем, что пидорастическую задницу свою показывает... Сезонное обострение. Человек таблетку потерял сегодня с утра. Я ничего не понял. Я бы, собственно, ответил... Трамп меньшевик? Ну да, но я еще раз говорю, Леон, не пытайтесь ответить, человек... Да, я не доктор, я не могу сказать. Да, человек с утра потерял таблетку, поэтому... Человеку явно надо показаться врачу. Да, следующий, да? Давайте уже перейдем к Фаучи. Хорошо. Лучше перейдем к Фаучи. Ну, хватит нам тут. Не слабый был звоночек. Ну, случается. Случается. Но я слышал про Трампа все, что угодно. Но что он меньшевик, нет, никогда еще. Таки большую ошибку допустили в свое время, во время Рейгана, когда закрыли все психиатрические лечебницы. Да, да, ну ладно, хорошо. Мы не врачи, мы не можем сказать. Может, у человека просто горе какое-то сегодня. А там, потерял 10 центов. Значит, Фаучи. Вот знаете, я много работал с юристами.
я руководил компаниями, когда ты на административной должности, особенно на экзекутив, то, что называется, на отвечающий за что-то, тебе все время надо принимать какие-то решения, и ты много раз обращаешься либо к своему юрисконсульту, если компания достаточно большая, либо к внешнему консулу и спрашиваешь, это законно, это можно, это нельзя. Так вот, самый кошмар – это если ты еще пока не умеешь с ними работать, с юристами, или ты не очень уверенный руководитель, то ты начинаешь, пытаешься понять от них, как тебе действовать. И вдруг ты выясняешь, что этого делать ни в коем случае нельзя, потому что то-то и то-то. Вот это вот обязательно приведет к... Вот это вот... То есть все нельзя. И если действовать соответствует тем, что говорят юристы, то надо закрывать компанию, садиться домой, закрываться на ключ и ни в коем случае только не покупать пистолет, потому что тебя могут обвинить вообще во всем, все что угодно. Роль юриста и роль такого вот консультанта, как является Фаучи, это не решать, что делать. Они должны рассказывать плюсы и минусы во всех ситуациях. А дальше говорит, вот исходя вот из этого, я бы стал вот делать вот так, и все, и уходить назад. Мы, к сожалению, возвели вот таких вот Фаучи в каких-то вот провидцев, руководителей. То есть вот что они говорят, то и надо делать. Ничего подобного. Потому что с точки зрения эпидемиолога, даже если он был честным человеком, да, все равно лучше сидеть дома, накрывшись скатертью, побрызгав вокруг, так сказать, там, антибалерийной жидкостью, так сказать, или сидеть в биосфере, чтобы там сама еда готовилась, и чтобы никогда в жизни не нужно было ничего делать и выходить оттуда. Потому что как только ты выходишь из дома, то на тебя может упасть микроб, тебя может укусить оса, тебя может сбить автомобиль, тебе может птица, извиняюсь, накакать на голову, да, или метеорит упасть. И если слушать экспертов, то ни в коем случае нельзя ничего вот из этого делать, а, как я уже сказал, сидеть дома и не выходить оттуда. И то все время проветривать, но теплым воздухом, и пить только теплую воду и есть макароны. Значит, Фаучи из самых плохих примеров вот такого вот бюрократа осторожного, который никогда в жизни не возьмет ни за что ответственность, никогда в жизни не скажет ничего и никогда в жизни не сделает ничего такого, за что, что его с точки зрения можно сказать, вот ты говорил тогда-то вот это. Ничего этого он не говорил. Все, что он говорит, это его спрашивают, скажите, пожалуйста, а демонстрации, вот когда происходят демонстрации, то почему-то вы все время говорили, там, то вы говорили, что в церковь не надо ходить, то вы говорили, а на демонстрации можно ходить? Что отвечают Фаучи? Я много раз говорил о том, что когда люди собираются вместе, они должны думать о том, чтобы быть на расстоянии вытянутой руки и носить маски. Хорошо, вот демонстрации вы видели по телевизору? Нет, не видел. Хорошо. Демонстрации, когда много людей идут рядом друг с другом, кричат, плюются, там, так сказать, толкаются и тому подобное. Вам что вы думаете по этому поводу? Ой, я думаю, что... Ну, я же ответил на этот ваш вопрос. Когда люди собираются вместе, это не совсем хорошо. То есть, он, куда ветер дует, он и будет то говорить. Он на вопрос, что вы думаете по поводу вот лекарства от малярии? А вы знаете, не было еще проведено ни одного настоящего исследования, когда вот по законам таким-то, double blind, там, я не знаю, как по-русски говорить, да, так сказать, закрытая, двойная, с мертвой петлей и прочее, вот все вот эти вот исследования не показали, что оно помогает. Да, но куча врачей говорит, что оно помогает, а я не оспариваю ничего, я просто говорю, что вот когда мне покажут, тогда и прочее, и прочее. То есть, это было такое мерзкое зрелище опять и слушать это. Единственное, что я вынес из всех этих слушателей на самом деле, это что значит, где-то к осени будет уже готова вакцина. И похоже, что к концу года значит, можно будет уже ее в довольно больших количествах распределять, распространять и т.д. Но я просто думаю, что после выборов у нас вдруг магическим образом исчезнет коронавирус или опасность коронавируса, вот просто 3 или 4 ноября утром он рассосется. Поэтому вакцина нужна сейчас, а не к концу года. Ну, к концу года тоже нужна, конечно. Ну, кстати, следует напомнить, что во времена не столь отдаленные, когда свирепствовал так называемый свиной грипп,
60 миллионов американцев заразились свиным гриппом. При этом Барак Хусейнович и Слипи Джо остановили тестирование, просто остановили. А надо сказать, что Фаучи занимал ту же самую позицию. При этом как-то он, так сказать, до сих пор живой, здоровый и занимает ту же самую позицию. И демократы тогда не визжали, не кричали, да и республиканцы тогда ничего не говорили. То есть тогда как бы это не было проблемой. 60 миллионов человек заразилось, там куча народу умерли от этого, потом дети, по-моему, умирали от этого гриппа. И это не было такой национальной трагедией. Сейчас это стало национальной трагедией, катастрофой. И просто мир перевернулся. Все вокруг этого крутится, вертится. Ну, мы-то с вами понимаем, что это все приурочено к выборам. И исключительно, так сказать, к выборам. Боюсь, что этого не понимает вот этот типичный антитрампист, который голосует не за Трампа, а вот который выступал, который позвонил, не смог, правда, толком сформулировать, что он хотел. Но это такой типичный избиратель демократической партии. Вот. А он тогда, наверное, тоже его это не беспокоило. Окей, давайте мы сделаем перерыв, буквально несколько минут, после чего вернемся и обязательно продолжим. Если будут звонки, мы с удовольствием примем. Но, пожалуйста, уже тогда формулируйте свои вопросы, и если вы готовите какую-то политическую речь, то тоже хоть с намеком на здравый смысл, какой, хотя бы с намеком. Возвращаемся в программу Леона Вайнштейна «Голос здравого смысла». Телефон в студии по-прежнему 847-400-5200. И если не возражаете, давайте примем звонки. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Большинство — это когда при голосовании на количество населения голосует больше. А меньшевик — это когда население за него голосует меньше. Трамп не получил большинство. А вот этих американских маразм — это дебилизма. Вот это... Окей, все, спасибо. Мне интересно, да. Леон, давайте... Не хочется на это терять времени. Мы имеем вполне себе здоровых людей, у которых есть нормальные вопросы, которые интересуются тем, что происходит, и понимают то, что происходит. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день. Вот короткий. Ваше мнение. Трамп, я понимаю, конечно, все, но очень многим людям надо разжевать и объяснить. Вот это так, это поэтому. Не навредил ли он себе этим высказыванием? Потому что многие очень простые мыслящие, я их не хочу их обидеть, просто не будут задумываться, почему сказал, что и как. А, вот такое. Сильно ли он навредил себе или нет? Ваше мнение. Спасибо. То есть было два вопроса. Один, навредил или нет, а потом было, сильно навредил или не сильно. То есть человек изначально считает, что навредил. Вы знаете, я не знаю, с Трампом такая история забавная вообще, очень много раз. Он что-то говорит, и ты думаешь, боже мой, зачем он это делает, да? Вот, это же плохо. Или... А потом проходит месяц, и вдруг выясняется, что он это сделал для какой-то определенной цели, и эту цель он потом добился и выиграл. То есть я бы не стал вот так говорить про Трампа, что он, как любят демократы говорить, что он, значит, делает все, значит, вот чувствует так, поэтому схватил твиттер там и тому подобное. Я думаю, что вся его жизнь доказывает, что он действует не так, что он не новичок, который, так сказать, дорвался, что называется, до какой-то власти или до денег, или там до решений каких-то, а он человек, который умеет сформулировать, продумать, как... Ну вот мы уже сравнивали его с Гроссмейстером, да, который был такой человек, значит, Фишер, помните, да? Кроме того, что он совершенно фантастический был, так сказать, шахматист и гениальный там чемпион мира и прочее, он еще известен следующим. Он предлагал людям играть блиц, причем обычно блиц играется пятиминутный, а он говорил, давайте двухминутный блиц играть. А двухминутный блиц означает, что это практически невозможно. Нет времени думать ни на что. Да? Там бум-бум-бум-бум-бум-бум. Они ходят один, ходят другой, ходят третий, ходят четвертый. Да, тому подобное. Да? Вот он выигрывал это в 100% случаев.
Он был абсолютный феномен, который делал какие-то странные ходы, которые люди не могли, так сказать, даже себе представить, зачем они делаются. Они отвечали, а потом выяснялось, что вот этот дурацкий ход и есть был залог победы, который он заложил изначально. Поэтому я думаю, что мы имеем дело с вот таким вот Фишером в политике, который никогда политикой не занимался, а занимался чем-то другим. И поэтому я не знаю, навредил. Я не стал бы говорить, что он навредил. Давайте посмотрим. Давайте примем следующий звонок. Добрый день. Здравствуйте. Уважаемый Леон, вы знаете, я недавно послушала интервью Андрея Ларионова украинскому радио, одному телевидению, не знаю. И он говорил, в принципе, все то, что мы знаем, и то, что вы нам всегда объясняете, но конец его интервью, это было просто страшные выводы. Он очень сильный экономист и аналитик. И он, ну, интервью называется «Гражданская, вторая гражданская война в Америке началась 4-5 февраля 2020 года». Да, когда... Вы да, знаете, да, о чем я говорю, да? Да, знаю, конечно, да, я читал. Вот как вы считаете, то, что он сказал в конце, что они так решили, и они уже от этого не отступятся, это так и будет, или есть еще какая-то надежда? Пожалуйста, уточните вопрос и процитируйте, вопрос, значит, чтобы люди понимали. Он в конце говорит, демократическая партия решила, что если они даже не выиграют на выборах, все равно они власть заберут любыми способами. Что бы это ни стоило, если придется убить миллионы, они убьют миллионы, если придется там нарушить конституцию, они нарушат конституцию. В общем, ну, он, я сейчас не могу вам перечислить, это надо, ну, там буквально опять на конце интервью. Мне не нужно перечислять, я не для себя, я для людей, для которых ну, вы, если это слушали, вы расскажете намного лучше меня. Да, вы можете повесить трубку, а я буду отвечать. Ну, во-первых, должен сказать, что я стараюсь читать Ларионова, а я так понимаю, что он старается слушать меня. Потому что иногда, так сказать, я довольно часто читаю его, начинаю переосмысливать, либо спорю с ним, либо думаю о том, прав он, не прав, и он в очень многих случаях прав. Кстати, Женя Панасенков тоже, хотя, так сказать, манера очень такая вызывающая, но тоже поразительно интуитивно правильно понимает ситуацию. Я про Америку говорю, про Россию я не знаю. Так вот, эти два человека меня всегда интересуют, и я всегда, что называется, с ними советуюсь, я не имею в виду звоню, да, а я смотрю, что они делают, и слушаю. Я абсолютно согласен с Илларионовым, что в то время как республиканцы, не Трамп, республиканцы пытаются играть в шашки или в шахматы, да, с ними давно перешли в силовой хоккей. Давно уже причем. Еще со времен, так сказать, до Обамы. Им очень помогает играть в этот хоккей и бить, так сказать, под полой, так сказать, как называется, не шайба, клюшкой, да, так сказать. Потому что пресса делает вид, что этого не было, и просто нагло врет, освещая события. Я не уверен, что демократическая партия как партия готова на все то, что говорит Ларионов, потому что в демократической партии есть огромное количество нормальных людей. Вернее так, люди, которые голосуют за демократов, не означает, что они за коммунизм, за социализм, за фашизм и тому подобное. Просто это означает, что они по каким-то причинам изначально начали голосовать за демократов, считая, что, ну вот, так сказать, давайте, надо делиться, надо отдавать, надо быть хорошими, надо то, надо сё. И я очень хорошо их понимаю. А почему нет? Другое дело, что глубже, у людей нет времени глубоко посмотреть на все это и начать понимать, что иногда, когда у гангрена у человека, надо взять пилу и отпилить ногу, ничего не поделаешь. А не говорить, ну как-нибудь, ну что-нибудь, давай наложим повязочку, давай поцелуем, вообще рубить нельзя. Так вот, с моей точки зрения, то, о чем пишет Ларионов, это решение давно принято тем самым, что мы называем, так сказать, левое крыло, так сказать, леволиберальное, левопрогрессивное крыло демократической партии, которое, если в результате каких-то действий Трампа рассыпется демпартия, а такой шанс у нас тоже имеется, они выделятся в отдельную организацию и начнет, так сказать, там
ирландская протестантская, как там была, так сказать, армия, да, так сказать, сопротивление. А они уже подготовили ударные отряды, называй их Хуньвейбин, называй Гитлерюгенд, называй, так сказать, там, протразверстка, называй как угодно, но это те люди, там, культурная революция, да, так сказать, вот в Китае. Но это те люди, которые подготовлены, хорошо подготовлены, их начали готовить во времена Occupy, то есть захвата, так сказать, городов, Уолл-стрита и тому подобное. Их там выявляли, я просто интервью делал на улице с ними, с организаторами, мне просто рассказывали, как они выявляют правильных людей, как их тренируют, и что у них есть определенные цели, и даже говорили, какие цели есть. Вот. А у них-то получилось, потому что подпитка денег была огромная, так сказать, люди, которые, так сказать, от, не только от Сороса, но и от целого ряда таких же людей, как он, которые хотят глобализм, то есть единое мировое правительство, и страна, которая мешает им организовать это единое мировое правительство, это Соединенные Штаты Америки. А, значит, поэтому они и борются с Соединенными Штатами Америки, чтобы устроить здесь хаос и перестать, сказать, чтобы увести нас от мирового лидерства в военном, экономическом и прочее направление. Да? Так вот, к огромному сожалению, в Америке образовался огромный подготовленный, военизированный отряд, который никогда не остановится ни на чем и ни перед чем, для того, чтобы добиться каких-то своих целей, а цели, в общем-то, сказать, определены, а именно разрушить изнутри Америку до такой степени, что она перестала играть лидирующую роль в военном и экономическом отношении на земном шаре. И следующий звонок. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Алло, здравствуйте, Леон, здравствуйте, Сергей. Леон, ваш недавний партнер по дебатам у Николая, Сева Каплан, прочел статью от Шпигеля, где там говорится о том, что если Трамп, не дай бог, проиграет, то Трамп может объявить чрезвычайное положение и установить у нас фашистскую диктатуру. Насколько он имеет право это произвести? Спасибо. Сева Каплан, как и любой другой человек, гражданин этой страны или носитель грин-карты или вообще человек в мире, имеет право на свое мнение, пока он не призывает к конкретным преступлениям. Он высказывает свои опасения, он может сколько угодно. Я никогда в жизни его не слушал, пока вот не оказался, не слышал. Я слышал это имя, мне там был один знакомый, который с ним там несколько раз выступал. И как бы у меня было вполне адекватное мнение об этом человеке. Он меня совершенно поразил. Он как бы не идиот, как еще там один, забыл уже, как его зовут, который, Лэри, по-моему, который с нами тоже участвовал, который, так сказать, просто, не знаю, так сказать, ненормальный, взбалмошный, вздорный, так называемый прогрессивист с истериками. А этот мне показался адекватным поначалу, и манера у него, но он много лет на радио, там на 35 лет, по-моему, да, но потом, когда он начал что-то говорить, то я начал думать о том, что у него не все, то есть, скажем так, я начал думать о том, что, очевидно, то общество, та группа, в которой он тусуется, да, она очень леволиберальная, ему надо играть в вот эту вот игру, И все время говорит о том, какой Трамп плохой, но при этом он боится потерять свою аудиторию на радио, и он при этом говорит, ну я еще не решил, за кого я буду голосовать, ужасный Трамп, но я еще не решил, за кого я буду голосовать. То есть такая какая-то странноватая позиция у него. Да право он имеет говорить все, что угодно, а у нас право верить ему или не верить, или читать его или не читать. Я его читать не собираюсь. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Олег, добрый день. А можно вопрос задать по поводу Чикаго? Попробуйте. Знаете, у нас несколько дней тому назад застрелился замначальника полиции в Чикаго, которого только назначили 15 июля. Я просто читаю информацию, что он такой боевой офицер был в Южном округе, вот, потом он был спокойно, нормально, и все, ни с того ни с сего застрелился. И кроме пишется информация, что, мол, иногда полицейские стреляются. Ну, непонятно, как бы человек за начало полиции только назначили, и сразу он застрелился. Что вы можете что-то больше слышали об этом? Может, что-то знаете? Может, Сергей, вы знаете что-то? Ну, к сожалению, кроме той общей информации, которая есть, я
других подробностей я не знаю. Действительно, трагедия. Замначальника полиции, недавно назначенный, вдруг покончил жизнь самоубийством. На поверхности слышится, как у человека должно быть огромное количество положительных эмоций, а не отрицательных, да? Да. Его наверх поставили, ему карьеру, так сказать, зарплату, я не знаю, там, уважение, честь, так сказать, но вход в новое общество, на новый уровень. То есть огромное количество положительных гормонов, эмоций, там, не знаю, чего еще, эйфория. А люди в этой ситуации обычно не стреляются. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Если можно, я хотела бы добавить вот к тому, что вы сказали, тому самому антитрамписту. Значит, к январю месяца, к началу вот этой эпидемии, или к февралю, значит, в нашей стране было самое низкое исторически unemployment rate. И самый высокий, и один из самых высоких экономических ростов. И все это сделал, между прочим, Трамп, никто более иной. Поэтому, когда его критикуют или пытаются из него сделать клоуна или не знаю чего, это значит, что человек просто нет мозгов и больше ничего. Теперь я, значит, хотела еще сказать. Вот то, что происходит в этих городах, эти погромы и все прочее, это же все та же администрация демократическая, она все организовывает это, и она не хочет, чтобы прекратились эти погромы, убийства, грабежи и разрушение вот этих бизнесов. Ей надо, чтобы был хаос. Поэтому они так выступают против того, что Трамп пытается спасти людей. Поэтому те, которые не понимают, что в конце концов в их дом все это придет, к нам ко всем это придет. Если они читали когда-нибудь про русскую революцию 17-го года, и что было потом, и так далее, или про Кубу они читали, то все это было уже, и никто из тех, которые голосовали за партию, которая победила, вот типа это наша прогрессивистская, никто из них не сохранил себя. Все мы будем в одной лодке. И их будут также убивать, их детям будут также отрезать головы исламисты, которые внутри этой демократической партии и так далее. Поэтому, люди, опомнитесь. Спасибо большое. Ну, в данной речи вопроса не было. Это был такой крик души. Давайте попробуем принять звонок. Может быть, там вопрос есть. Добрый день. Здравствуйте. Значит, мы учимся называть так, как наше радио раздавали, как вы называете, вашими же словами. И вдруг вам не нравится, вдруг вы срываете с цепи, не взяв таблетку. Где тот парень, который раньше не брал таблетку? Возьмите вы таблетку. Понимаете, она вам нужна. Понимаете? Я их не использую. Поэтому это опять ваше вранье. А за вранье нужно отвечать. Дальше. Слышно, нет? Слышно. Ну, вот, Леон, вы хотели продолжение услышать, вот было продолжение. А я всегда не понял, что он хочет, ну, неважно. А он, так сказать, высказывал такую, я так понимаю, что он слушает сейчас, поэтому я попробую немножко вот так подумать насчет того, что он за эти три звонка сказал. Значит, он в первом звонке сказал, что Трамп меньшевик. Ну, у всех у нас, говорящих на русском языке, это связано всегда с меньшевиками, большевиками, которые были, так сказать, вот в той думе, в которой, так сказать, Ленин там фракцию был коммунистическую, да? Но потом он позвонил и сказал, что он это не в этом смысле говорит, а в смысле того, что Трамп набрал меньше голосов на выборах 2016 года, чем Хиллари Клинтон, и только из-за идиотской системы выборов в Соединенных Штатах Америки он стал президентом. Значит, ну вот тут я обязан вмешаться, потому что, может быть, кто-то еще думает, что в Америке плохая, идиотская, неправильная и прочее-прочее система выборов. Значит, система выборов была продумана теми самыми очень умными, талантливыми, я бы сказал, гениальными людьми, которых мы принято у нас называть отцы-основатели. Значит, у нас сейчас в данный момент, чего не было всегда, значит, у нас сейчас 50 стран, которые составляют союз. Переводя на английский язык, штаты, states, да, 50 – это страны.
вот как не знаю, это условно говоря, там Венгрия и Франция, да, так сказать, они входят в Европейский Союз, но они не являются, они являются независимыми странами, часть функций взяла на себя Союз, а часть функций остаются за странами. Вот у нас точно так же. В Соединенных Штатах Америки очень много функций находится за городами, за штатами, они относятся к централизованной власти, у нас называется она федеральная. И это очень хорошо, потому что чем больше власти имеет централизованное федеральное правительство, тем хуже нам с вами, тем меньше у нас возможностей жить так, как мы хотим. Когда власть находится рядышком совсем, то с ней можно как-то бороться, так сказать, выступать и прочее. Иди и борись с Вашингтоном. Поэтому, по большому счету, у Вашингтона основная задача – это внешнеполитическая деятельность. Ну, начиная от границы и вне, да? Ну, и плюс, так сказать, там, защита, ну, скажем, федеральных зданий, федеральных, там, статуй и т.д. и т.п. А каждый штат по договоренности, большой он или маленький, посылает двух сенаторов. Ведь смотрите, от Калифорнии два сенатора, то есть 37 миллионов человек послали два сенатора. От Висконсина два сенатора, а там всего там 3,7 миллиона. То есть в 10 раз больше штат, а послал двух сенаторов. И когда мы голосуем в Сенате, это совершенно не означает, что это голосует народ. Потому что, например, два калифорнийских сенатора могли бы сказать, 37 миллионов голосов я с собой принес. А Вермонт принес всего 3700 голосов. Что бы тогда происходило? Голоса малых штатов вообще бы не были слышны. Их чаяния, их желания, их слышно бы не было, потому что вообще никого бы они не интересовали. Три больших штата, скажем, так сказать, там Нью-Йорк, Калифорния и там Массачусетс, да, собрались вместе и решили, да ну их всех подальше, мы будем командовать этой страной так, как мы считаем нужным. И тогда бы у нас было то самое, что является демократией. У нас не демократия, господа, вы все время путаете. У нас республика. У нас основное это не демократическое решение двух волков съесть одну овцу, два против одной. А у нас право овцы не быть съедены и решать, что, каким образом жить дальше. Вот у нас защита меньшинств, по крайней мере, в головах у тех, кто придумывал это государство, и есть, было и будет самым главным, что они сделали. Иначе большинство, вот пролетарская революция произошла, там пролетариата больше, чем аристократии, а мы давайте решили и всех уничтожим. Да, проголосовали и уничтожили. Значит, вот этого в Америке не должно происходить. К сожалению, идет все время перекос. Именно от тех людей, которые не понимают всего этого, говорят, а что, пусть сейчас все проголосуем, вот, все, и до свидания. И кто большинство, те и получили. Нет, господа, не демократия у нас. Лично я демократию, в том смысле, в котором вы ее понимаете, ненавижу. Потому что демократия является диктатурой большинства. Ничем от диктатуры меньшинства, царской или, не знаю, теологической, какой угодно, не отличающейся. Не дай вам Бог жить в стране, в которой какая-то группа населения стала диктатором. И вот об этом мечтает сейчас новая демократическая партия Соединенных Штатов Америки. И против этого я и выступаю. И еще один инструмент есть против насилие большинства над меньшинством. Это в Сенате есть такой термин «филибастер». Это когда для принятия закона какого-то и даже для обсуждения его необходимо, чтобы 60% проголосовали за этот законопроект, чтобы его даже обсуждать. Так вот, это как раз защитный механизм, который дает возможность меньшинству влиять на принятие решений. Так вот, демократы в открытую говорят о том, что как только у них будет большинство в Сенате, они филибастер отменят. То есть они лишат права голоса, по сути дела, то самое меньшинство, которое защищено нашей Конституцией. Вот это то, о чем, не скрывая, думают, мечтают демократы. То есть на самом деле об однопартийной системе, когда формально будет существовать две партии, но рулить будет одна партия.
в однопартийной системе я уже нажился по самые глазные яблоки. И мне не хотелось бы вновь туда вернуться. Леон, к сожалению, времени больше не осталось, потому что хотелось бы еще вот о чем поговорить. Между двумя этими шоу, которые, о которых мы говорили, которые устроила Конгресс, Нижняя палата Конгресса, было еще одно слушание. Это слушание так называемый Big Tech. И, то есть, Google... Да, это долгая тема, и еще есть тема Байдена тоже, который не хочет давать интервью вообще. Да. 100%. Что касается Big Tech, интересно, когда они занимаются цензурой и удаляют твиты, которые размещает Трамп в Твиттере, но при этом сохраняют твиты, которые Аятолла ставит, призывая к уничтожению государства Израиль и евреев, это соответствует правилам этой комьюнити. А вот Трамп, он не соответствует. Вот это и есть диктатура. Леон, огромное спасибо и до встречи в следующий раз. До свидания.